Привет, это Маг, Slams Family. Это третий урок от Мага, специально для школы Model 357. Итак, приступим. Третий урок будет посвящен элементу, который называется throw, то бишь бросок. Выглядит он так. Медленно. Грубо говоря, у вас находится что-то в руке, и вы пытаетесь это кинуть как можно дальше. Итак, еще раз. Медленно. Посмотрим на то же самое сбоку. С другого ракурса. Основная задача этого элемента – освободить правую руку. Не сковывайтесь, сделайте вид, как будто вы реально что-то бросаете. Сейчас мы попробуем сделать небольшую схемку с этим элементом. Рассмотрим еще один элемент. Выглядит он примерно так. Сбоку. Теперь попытаемся соединить это воедино. Сначала показываем медленно. Побыстрее. Сбоку. Теперь эти элементы включим в какую-нибудь связку. Рассмотрим схему с этими элементами. Итак, начнем с двух стомпов. Сброс на подъеме удар, throw, бам, chest bump. Еще раз. Stomp, сброс, удар, throw, удар, chest bump. Попробуем это сделать побыстрее. Теперь посмотрим сбоку. Теперь все то же самое, только под музыку. Итак, под музыку. Это был третий урок от Мага специально для First Dance Channel.